Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел себе и подумал, ну какой же я молодец, какие же планы я придумываю. Садись, будешь, садись, буду. Сделаем. Приветствую, проходящую мимо публику. В предыдущем моем видео было сделано такое предсказание, что путем манипуляции систем можно добиться смещения их точки равновесия, а значит, получить непредсказуемый результат. Внимание на экран. 1, 2, 3, 4, 5. Чтобы не сильно юлить, я представлю сразу пояснение, объясняющее данное решение. Однако, как вы можете видеть, полученная пятерка – это реальный квадрат, равный предыдущим. А теперь внимание на экран для краткого пояснения. Как мы видим, решение данного примера подразумевает собой то, что математическая операция обращается в сложную систему. В этой системе четверка находится в так называемой суперпозиции и обращается в некоторое число 5. Также данный пример является опровержением гипотезы Ходжа, так как данное решение является неочевидным арифметическим и геометрическим построением. Общая же теория системной энтропии, образовавшая число 5, изложена мной в предыдущем видео. Здесь же я укажу, что пометка C является авторским термином и берет свое значение от слова «система» и от общей идеи мнимой единицы. Тем самым, будучи некоторым аналогом мнимых чисел, пятерку можно также назвать условным мнимым числом, добавив к слову «мнимое число» слово «системное». Это обозначает, что число 5 существует только в контексте данной системы. Спасибо за внимание. Эй, сам иногда не прочь подзаработать. Дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег, дай мне денег.